Привет, мы продолжаем играть в крутую игру под названием House Flipper. Так, какие у нас там новые заказы есть? Почта. Анатолий Грибников, Новая Стена. Здравствуйте, обращаюсь к вам с просьбой построить дополнительную стену в нашем доме. Моей дочери уже 3 года, и я думаю, что это подходящий момент, чтобы у нее появилась своя комната. Разделите спальню на 2 помещения. Обе комнаты должны иметь двери, выходящие в коридор. В комнату дочери поставьте, пожалуйста, новую кровать, а старую детскую кроватку продайте. До свидания. Вот если бы это где-то еще записывалось, если бы я мог открывать эти старые письма. Но суть я понял, надо какую-то комнату разделить. Что это такое? Видимо, они уже не первый раз разделяют. У них тут куча всего. Установи устройство. Какое устройство? Розетку, что ли, мне надо поменять? Так, сейчас все подключим. Все. Он меня о таком не просил, но мы за это возьмем деньги. Готово. Дальше у нас что? Это улица. Странно у них все выглядит. Но там мне ничего делать не нужно. И вот здесь нужна стена, да? То есть он хочет, чтобы у него вот такая комната была? Вот это снести, наверное, надо, да? О, нифига себе. А почему мне не написали, что у меня есть новые элементы? Это починить можно, нет? Просто я сейчас раздолбаю, а потом сбегу отсюда. Мне это убирать не нужно. Просто крушу. Ну, неплохо. Почти идеально. А что это вообще такое? А вот это мне, наверное, ломать не нужно. Стоп. А, вот у меня полоса, где стена должна быть, да? Оп. Ладно, сейчас мы это все сломаем идеально. Сами потом уберут, если им нужно. Это осталось доломать. И вот это сломать. Ладно, сразу надо ее кроватку продать. Нифига себе, какая дорогая. Остальное я могу продать. Но остальное он не просил продавать, поэтому ладно уж. Он просил ей новую кровать купить. Стоп, умение. Разборка быстрее, сила увеличена. Усовершенствованный молот. Разборка, сила. Ну пусть будет молот усовершенствованный. Может, от этого ломаться будет быстрее? Оп. Надо окно открыть, а то дышать нечем. Вообще, после такого они могли бы потом воспользоваться моими услугами уборщика. Я бы им все здесь отмыл. Без скидочки, разумеется. Стоп, я что-то не сломал.
Где эта фигня? А, во. Здесь новая стена нужна. Что это такое? Ладно. Стоп, я это там ставлю или нет? Вот здесь надо? Да, надо вот здесь. А я думал по линии. Закройка. Оп. Ну, двери мне ставить не нужно будет, потому что у них и так здесь есть они. Все. Ну, вообще, им, наверное, легче было бы просто новый дом купить. Они уже за мои услуги должны 140 косарей, и это еще не конец. А мне нужно будет их красить, нет? Или они сами справятся? Одно очко. Строительство быстрее на 50%. Построенная стена уже покрашена. Расстояние кладки. Можно строить три стены одновременно. Или построенная стена уже покрашена. А если мне их перекрашивать надо будет или что? Я без понятия. Но пусть будет быстрее строительство. Потому что я что-то не уверен, что мне их красить надо. Ты чего не ставишь? Все. Кровать нужна. Она не хочет сама себе кровать выбрать, нет? Кровати. А ей любая нужна? Или какая-то конкретная? Стой, закрой. Да, конкретная. Ой, стоп, не туда зашел. Мебель, кровати. Пусть будет вот так. Сами потом разберутся. Моя задача выполнена. Я могу выйти, нет? Да ну что за отстой? Я тут перестановку, что ли, должен делать? Мне за это не доплачивают. Что еще не сделано? Или мне красить надо? Вроде все сделано, нет? Здесь галочка. Но там нужно-то было только розетку починить. Возможно, надо покрасить стены. Ладно, вряд ли ей тут такое нужно. Покраска, купим краску, например, какую? Стены, краска. Ну пусть будет клубника, смеющаяся. Поставим вот сюда. А у меня здесь галочка, блин, стоит. Нафига я это купил? Бабки только трачу свои. Вот, здесь мне нужно, блин. Они мне еще должны денег. За покраску. Надо посмотреть, им прибавляется это в счет или нет. Или это я делал чисто ради себя. Ну, если что, сами докрасят. Так и быть, оставлю им краску.
Я на нее потратил всего-то косарь. А они мне там должны уже 150 где-то. Ой, 238. Конечно, 150. Сейчас посмотрим. Покраска берем. 238 тысяч. Ну не, не прибавляется. Ладно, сделаем им приятное за такую цену. Все. Батя сам себя покрасит. Выходим. Новое очко. Переговоры. Платеж можно опять увеличить. 50%. Потому что бабки никогда не бывают лишними. Я не могу вот это продать. Это какой-то отстой у меня здесь, а не дом. Может его покрасить дальше? Ладно, идем за новым заказом. Надо заняться стеной. Так, кто это? Антон Серый. Здравствуйте, уважаемая ремонтная фирма. В последнее время популярностью пользуются большие комнаты, о чем свидетельствует хотя бы тот факт, что мой сосед, а также сосед моего соседа снесли несколько стен в своих домах. Я бы тоже хотел, чтобы в моем доме снесли несколько стен. Для сноса идеально подходят стены между гостиной, кухней и коридором. К тому же соседка, которая живет напротив, недавно покрасила стены в своей спальне в светло-голубой цвет. И я тоже очень хочу покрасить стены в такой цвет. Я говорю, что такая фирма профессионалов, как ваша, без проблем справится с выполнением моей просьбы с небольшими финансовыми затратами. С небольшими. Ну да. Кстати, у меня сейчас мои косяки тут отмечаются. Вот это что ли грязь? Или это имеется в виду плита в общем? И я могу ставить стены? Нет, я не могу. Но я могу ломать. У меня окно грязное или что? Я ничего не могу подделать. А в ванной-то вообще? Я же тут отмывал, нет? Всю эту блювотину. Ладно, идем выполнять твой заказ. Я не против. Перестройку сейчас будем делать. Нужно снести вот это и вот это. А дверь я могу продать? Все, больше дверей нет. Стены продавать я не могу. Лучше этого не делать. Ну да, лучше просто раздолбать эту стену. Это же она. А если я буду вот так долбить? То есть вот снизу удар. И сверху. От этого не будет ломаться. Мне надо все равно в центре бить. Или стоит только подождать? Вроде сломалось все. Так, это же мы тоже ломаем. Главное лишнего не сломать. Он мог бы быть здесь и контролировать. Опа, очко. Профессиональный молот, разборка быстрее. А что за разборка? То есть я ударяю, и то ломается быстрее или что? Сила увеличена. Давай тогда молот возьмем. В следующий раз возьму что-нибудь другое. Ну хотя вон он как бьет уже.
Вроде сильнее, хотя не точно. А куда звуки делись? Все хотят перестройки. У тебя тут дом-то не раздолбается от этого. Главное, чтобы он потом был рад. А то потом модно будет что-нибудь другое, он захочет все это вернуть. Пожалеет. Он ведь уже вон сколько должен бабок. А еще и перекрашивать ему что-то нужно. Совсем обалдел. Что у меня еще стоит там? Все. Может, вон ту комнату? Во! Сонная синева. Покупаем. Блин, поставь. И красим ему тут все. Это надолго. Я буду этим вечность заниматься. Но зато он потом очень много бабок заплатит. Правда, я никуда их не деваю. Может, я могу дом купить себе уже? Какой-нибудь другой? Кстати говоря. Просто зачем я коплю деньги? У меня вон 2,5 миллиона будет. После этого заказа. А я все еще живу как бомж. Хотя, когда я начинал, у меня было 1 700 000. Так что не знаю. Может, они там дорогие. По 10 миллионов стоят. Но и я могу начинать за свои услуги брать куда больше. Все-таки это экспресс-уборка, экспресс-покраска. Все за один день делается. Где они такое еще найдут? Им надо целую бригаду нанимать, которая будет месяц работать. Возможно, жить у них, если это какие-нибудь таджики. Краска закончилась. Ладно. Сейчас купим новую. Как она называется? Сонная синева. Она у меня открыта? Да. Сейчас быстро покрасим. Если получится быстро. А то у меня обычно очень много времени уходит. Надо прокачивать скорость покраски. И по 2 стены надо пытаться красить. Не хватает. Блин, по 2 неудобно. Мне так постоянно кажется, что я что-то пропускаю.
Все, хватило, я думал, мне не хватит. Сам уберет. Заказ выполнен. Смотрим, у меня же там еще браузер есть. Я им никогда не пользовался. Ага, вот, продают дома, имеющиеся. Проданные. Первый офис. Цена, сгоревший дом. Можно их все покупать. Ого, 23 миллиона. Но можно начать с этого. Давай, купи. Так, купленный новый дом. Хочешь переехать в него прямо сейчас? Если все же хочешь остаться в офисе, то перейти в новый дом ты сможешь в любой момент, пользуясь калиткой. Перейти, давай. Тот дом ведь у меня остается в наличии. С левой стороны можно увидеть иконки покупателей. Время от времени они будут комментировать твои действия. Обрати особое внимание на тех, которые наверху. Чем выше покупатель, тем больше он готов заплатить за этот дом. А свой первый я не могу продать? Ну, то есть я вот покупаю дома, и потом я снова смогу их продавать. Ладно, давай помоем. Блин, с другой стороны. А скоро еще садоводство здесь будет, и, наверное, вот на этой территории можно будет кучу всего строить и делать. Или там будут новые дома какие-нибудь. Так, тут явно вот жили бомжи. Хотя везде тут повсюду живут бомжи. Еще ни одного нормального дома не было. Тараканы. Если ты страдаешь боязнью тараканов, то в настройках игры есть возможность заменить тараканов на кусочки стекла. Кстати, да, я это видел. И это странно. Это же игра. Но они хотя бы позаботились о таких людях. Все? Пока тараканы. Это не ваш дом. Укладка плитки и панелей. Это что-то новое. Ладно, надо его хотя бы отмыть. Привести в порядок. К человеческому виду. А то нам еще здесь жить. Надо и с прошлым домом что-нибудь сделать. У меня вон еще миллион остался. Надо пойти и вложить в него бабки. Как вот хорошо самому быть уборщиком. Иначе пришлось бы вызывать кого-нибудь. Он бы взял за свои услуги 300 тысяч. Это оттереть можно, не? Ну, все выглядит уже получше. Двери эти грязные, стены отвратительные. Ладно, этот дом просто кошмарный. А я могу вернуться в другой? Там говорили про калитку. Если ты выйдешь, твой прогресс будет автоматически сохранен. Вернись в офис. То есть... Это мой постоянный офис, и я его продавать не могу? Стоп, а те дома я, наверное... Не могу там компьютером пользоваться или могу? Ладно, полы. Почему они у меня опять грязные? Я разве их не мыл? Продаем вот это барахло. Вот это отмывается, нет? Надо купить себе нормальную кровать.
Так, мебель, кровати. Какая у нас будет? Она должна поместиться здесь. Детская кроватка. Ну а пусть такая же будет, какую мы ставили. Вот. Мы заслужили себе кровать. Не зря работали столько. Стены можно покрасить внутри. Купить какую-нибудь приятную краску. Краска. Как у нас все внутри будет выглядеть? Что это за цвет? Темный кобальт. Или все слишком темное будет? Пусть будет фисташковая зелень, ладно. Эксперименты. Приводим наш офис в человеческий вид. А потом будем теми домами заниматься. Заказы у меня, возможно, когда-нибудь эти закончатся. И мой единственный заработок это будет продажа домов. Оп. Блин. Ты достаешь, нет? Все. Эта стена покрашена. Вот, сразу другой вид. Будто я не в помойке живу, а в действительно каком-то хорошем доме. Здесь можно дверь еще поменять. Ну вот, чудесно. Может, стоило сразу таким заниматься. Но зато я сразу себе батареи купил. Да, наверху не покрасилось. Ничего нового. Мне краски не хватит. Это можно сказать с уверенностью. Да, блин, крась. Он и ту покрасил. Все, закончилась краска. Как она там называлась? Надо сразу купить вторую. И сразу все покрасить, а то потом забуду. Оп. Осталось не так уж много. И будем жить как цари. Я здесь не покрасил. Правда, я вот крашу в один цвет только. Ну ладно, это по крайней мере лучше того, что было. Перекрашивать я не буду, это слишком долго. Оп. А я могу свой компьютер продать? Свой ноутбук? Все, и грязи как не бывало. Покраска решает.
Я надеюсь, мне краски-то хватит. Ясно. На то мне хватило? Вроде да. Ну все, у меня полностью покрашенный дом. Я вот это могу выбросить? Осталось заменить все это барахло, здесь что-нибудь сделать. И буду жить как царь. Ладно, думаю, на этом можно закончить. Пока.